Всем привет! Сегодня будем готовить быстрый и очень вкусный салат из крабовых палочек. Такой салатик я всегда делаю на любой праздник, так как готовить его буквально 5 минут, а получается, ну, очень вкусно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Крабовые палочки нарезаем крупными кубиками. И перекладываем в миску. Яйца также нарезаем крупными кубиками. Буквально вот так пополам, на три части. И еще на 3-4 части перерезаем. И отправляем их к крабовым палочкам. Туда же высыпаем кукурузку, с которой надо предварительно слить маринад. Теперь добавляем майонез. Добавляйте по вкусу, буквально 2-3 ложечки будет достаточно. И хорошо перемешиваем. Вот и все. Быстрый, очень вкусный салат из крабовых палочек готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.